составляет 625 квадратных метров. Пожар локализован. Значит, угрозы распространения дальнейшего пожара нет. Значит, на месте пожара в цеху на третьем этаже находится 300 тонн спиртосодержащей жидкости, и на первом этаже находится 500 тонн спирта. Здание состоит из двух частей, двухэтажная часть и трехэтажная. Значит, двухэтажная часть горит по всей площади, на площади 625 квадратных метров, горит чердачное помещение и кровля. Значит, перекрытия деревянные. Угрозы обрушения нет, угрозы распространения вниз на нижележащие этажи тоже нет. Здание полностью проверено на наличие людей нет.